Всем привет. Так, в прошлый раз был крайне неудачный забег. Ну, эпизод, в котором я умер дважды. Надеюсь, я больше не буду такого делать. Сейчас я собираюсь открыть всех порченных персонажей, потом играть случайным персонажем просто, да? И первым делом нужно пройти за близнецов сундук, потому что это откроет Бертрайт, право первородства, если по-русски. И этот предмет, который нужно открыть вначале не потому, что он крутой, безусловно, а потому что он дает уникальные вещи для каждого из персонажей. Так что я буду проходить других всех персонажей и постепенно буду находить этот Бертрайт за каждого из них. Надеюсь, что буду находить его. Ну и, разумеется, показывать. Так что чем раньше я его открою, тем лучше, потому что как раз таки персонажей у нас много, и даже если я полностью закрою персонажа, я не факт, что встречу Бертрайт хотя бы раз. И это уже не говоря о том, что там некоторые эффекты настолько интересные, что даже за два забега с Бертрайтом с самого начала я не смогу показать все прелести. Будем идти через этот путь, потому что там два предмета для двух персонажей, для близнецов. Но вместе с этим я бы хотел как раз таки открыть еще парочку предметов за Босраш и Хаши. Так что я разрываюсь между скоростью и зачисткой альт-пути. Альт-путь сложнее, и, разумеется, там будет прохождение дольше длиться. На Босраш я, конечно же, хочу. Так, это может быть хп-ап. Это может быть хп. И у меня тут уже есть два сердца. Давайте-ка вот что сделаем. Давайте потратим эти два сердца с умом. Сейчас я не буду их подбирать. Сейчас я пойду за предметом. Если это хп, он меня полечит на два сердца. То есть даст хп и... Ну, это два синих сердца. Так, пауза, чтобы время не терять. Смотрите. Я сейчас тыкнулся два раза. Я могу тыкнуться еще два. И потом могу тыкнуться еще два раза, и будет шесть. Для предмета надо 7 раз. 6 это телепорт. И я останусь с одним сердцем в итоге, да? Давайте не будем спешить с этими сердцами сейчас. Я подберу красные сердца, посмотрю, что будет. То есть за 4 тыка. Там могут выпасть сундуки с сердцами, просто сердца там и так далее. В магазине, может, сердце продается. В секретку можно зайти. Так, надо проверять секретку с очень мудрой стороны. Здесь может быть секретка, но... Первая секретка, я уверен, что здесь, поэтому я проверю. Ну, видимо, я ошибся, ладно. Я ошибся. Такое бывает. Видимо, первая секретка около золотой комнаты. Ладно. Это была пятая тычка. Шестая. Окей. Одно хп сюда. Второе сюда. Синее сердце сюда. Тык. Холи мантл. Отлично. Если бы не телепортировало, я бы, конечно, проиграл в итоге. Но так у меня и предмет получился. О, повезло. Я подумал сначала, что я не тому взял локап, но я тому взял. Все нормально. Так, эта комната, конечно, интересная, но нет. Блин, это ужасная комната. Эти желтые мухи. Одни из самых худших вообще мобов в игре. Я сейчас сдохну из-за них.
Получается, если бы не мантия, я бы реально сдох, потому что я два раза получил урон в той комнате. Меня мантия спасла сейчас. Ой, большим это неприятно, конечно, быть. Так, Лео монстра. И также там кастет. Я, конечно, мог взять наоборот. Но неизвестный предмет лучше не брать за первого близнеца. Если он получит что-то неудобное, то весь забег будет очень противным. Так. Я потрачу ключ сюда, потому что мне нужно сердце. Монетку просрал. Классная комната. Мин-мин. Лево монстра работает как Little Brimstone, только, ну, атакует как монстр, вот и все. Довольно хороший бэбик. Особенно в ранней игре. Бустер. Что тут можно получить? Так, автомат. Ключи. И карта выхода из тюрьмы, она открывает... Ее можно использовать для открытия комнаты вызова. Я довольно много времени трачу, мне надо бы... успеть на босс-раш по-хорошему. Погодите, я могу сейчас сделать вот что. Он всегда будет за этим челиком идти? Это плохо. Ну ладно, не успела она идти. Дойти до этой фигни. До секретки. Давай ключами здесь откроем. Это пятерка. Ну ладно. А, блин, я мог с мантией зайти в проклятую комнату. Точно. Я мог с мантией зайти в проклятую комнату, но что-то я не подумал об этом. Что? Бывает. Я также могу через ангела пойти просто, да? Я, кстати, рестартнул этаж, и у меня сейчас получается на втором этаже. Будет стопроцентная сделка. Не слитая. Так что пятерка мне сейчас все исправила. А то я слил сделку на прошлом этаже, и это было очень неприятно. Хочу ли я в магазин потратить ключ? Наверное, да. Пандора. Сейчас я как бы нахожусь на первом этаже. Пандора мне даст два синих сердца. Какие же они лютые, вот эти вот... челики. У них абсолютно незаметный выстрел. Перезайду, чтобы выстрелы исчезли. Так, это урон и будет палить мне секретки. Так, здесь очень важно сейчас чуть-чуть вот так выровнять, потому что у меня Исаф очень большой. Он мог бы очень неудобно взять предмет первым. Так, у меня мантия. Поэтому я просто вот так сделаю. Так, у меня мало ключей. На этом этаже мне больше не нужны ключи. Так, это дальность, плюс 3 дальности. Что интересно с этими сундуками святыми. Они не ломаются в первый раз. То есть, когда ломается, он просто ничего не дает, да? Открывается и пуст. Но в первый раз он всегда... всегда хоть что-то надает, как золотой сундук. По факту это многоразовый золотой сундук. Пока не сломается или не выдаст предмет. Пока что начало очень даже приятное, на самом деле. Тут меченый камень есть. Я не слышал звука секретки, кстати.
Кажется, я знаю, где секретка. Пока что не буду брать это сердце. И пошли-ка через... через ангела. Заодно мегастану можно будет убить. Босс Раш, походу, в этом эпизоде не будет. Как же мантия тащит, а? Босс Раша не будет, потому что я, ну, очень долго иду. Уже 9 минут прошло. Получается, мне для ангела... надо будет эту самую сэкономить. Слушайте, я возьму сердце ребенка. И давайте потратим все-таки сюда ключик. Ууу, отлично. Так, мне нужна бомба. Очень сильно нужна бомба, потому что если сейчас откроется ангел... А вот, кстати. Блин, у меня здесь еще и Пандора. А бомбы нету, кстати. Пандора даст 2 ключа, 2 бомбы. Либо 2 сердца на этом этаже. Что я хочу больше? Я тыкнулся сюда 1, 2, 3. Но я недостаточно много тыкнулся, да? Ладно, давайте прожмем Пандору на следующем этаже, если мне не выпадут ни ключи, ни бомбы. Сейчас она мне даст 2 синих сердца, которые мне не особо нужны. Так, ради этой комнаты я готов пожертвовать своей картой, потому что здесь ХП. Ну, ХП это больше, чем ничего. Блин, я скольжу. Неприятненько. Бомба выпала. Как минимум одна бомба есть. Темнота, ни хрена не видно. А, да. Классно. Молодец. Так, давай с мантией зайдем сюда. Это что? Анзус. Ну, давай прожмем. Так, ключа нет. Здесь зеркало. Да, здесь зеркало. Ключа нет для золотой комнаты. Че, Пандору прожать? Ну, может, все-таки выпадут ключи, а? Здесь надо бомбу поставить, чтобы получить еще больше, как минимум 2. Можно ли здесь поставить бомбу так, чтобы сразу же 3 забрать? Возможно. А, я могу за близнецов 2 сразу же поставить. Но я лучше поставлю ее по-другому. Так, одну вот сюда, а вторую вот сюда. А, сразу же 2 моста создалось. Хорошо. Так, у меня есть что-то на статусы? У меня нет ничего на статусы. Так, бомба есть. Ключи нужны. Нужны ключи. Какие же эти ребята противные. Как они вылетают своей башкой. Крайне внезапно. Точнее, не внезапно, ты как бы ожидаешь, но это очень резко происходит. Демонический хвост. Сомневаюсь, что мне сейчас нужен. Можно потратить бомбочку на секретку. Давайте.
Пуповина. Пуповина можно взять за этого челика. У меня сейчас будет Стивен, потому что у меня половинка... Половинка красного сердца, но не больше. Опа. В этой комнате секретка. Причем необычная. Блин, у меня всего две бомбы. Ладно, я прожимаю Пандору, потому что мне нужен ключ еще в этот самый, в золотую. Окей. Че тут у нас? Пупула дуплекс. Ну, это как минимум спектральные слезы. Почему бы и нет? Пошли в золотую. Хочу ли я в зазеркалье идти? Наверное, я не хочу в зазеркалье идти, потому что опасненько. Так, Toxic Shock — это замечательный предмет. Он зависит от моего урона, так что на основного берем. Блин, там паразитоид у второго, серьезно? Второй взял сначала кастета, теперь еще и паразитоид. Охренеть. Второй, поделись своими предметами. Ты что такой жадный? Toxic Shock при входе... А, понятно. При входе в комнату отравляет ее полностью. Всех. И отравление наносит урон 6 раз. Урон персонажа 6 раз наносит. Так что, да, я сейчас почти все комнаты буду проходить просто автоматически. Это очень сильный предмет. Также при... убийстве врагов с них будет появляться зеленая жижа. Такая же, как и с мистического. И это тоже довольно-таки сильно. Так, у меня уменьшила урон и уменьшила дальность. Это очень противно. На кого я хочу эту штуку? Наверное, на второго. Да, я на второго возьму ее. И белое сердце тоже на него возьму. Белое сердце я поспешу убрать, потому что... я его могу сейчас потерять очень легко. Надо было сначала убить ангела, а потом уже брать белое сердце. Глиф баланса — это очень сильный предмет, который я уже находил. Его можно использовать ради открытия лоста, например. И я с радостью воспользуюсь этой возможностью. Я, кстати, не знаю, как она синергирует с братьями. Типа, он же как бы... Так, мне надо дальность, а то меня ее очень сильно уменьшили. Ключа нет. Идем дальше. Что делает глиф баланса? Или символ баланса, как его перевели. Он меняет на градус комнаты за счет того, чего у тебя меньше всего. То есть вот у меня, например, нету брелока сейчас. Будет падать брелок. Но так как у меня нету ключей, то ключ тоже будет падать. Скорее всего, я сейчас буду получать ключ. Пока у меня их не будет там штук 8, может быть. Ну или 5. Я не уверен, какой там порог. Когда они будут переставать падать. Вот, собственно, и ключ. Пандора в Айзеке не делает ничего. В Айзеке. В доме Айзека. Не даст ничего тебе. Так, давай вот так сделаем. Скорость. Скорость я мог бы взять, но... но мне сейчас надо бы... сначала... ключей набрать. А потом за счет того, что у челика нету брелока... найти кое-что интересненькое. Найти постер для лоста. Тут секретка в комнате. И она должна быть сверху. Так, это первому. У второго много хп. Собрали ключи и пошли через мантию. Мантия мне сейчас очень сильно помогает. А у него же мало урона. У него мало урона. Если бы было больше,
Токсик Шок был бы вообще очень хорош. Не повезло мне с желтым шприцом, но я его взял. Потому что у меня еще один шприц был. И даже если бы у меня не было первого шприца, я бы все равно на первого его взял, скорее всего. Так, Conjoined Little Monster не входит в Conjoined, если я не ошибаюсь. Я на первого его возьму, потому что если этот Multidimensional Baby будет после второго, то он вообще редко будет полезен. Денежки. Двойные бомбы мне не особо нужны. Давай закинем все деньги. Я уж думал, она вообще не забьется. Она забилась ровно от последней монеты. Можно взорвать этого челиком. Это увеличит шанс сделки. Хотя она и так очень маленькая сейчас. В 4 раза меньше. Че я буду получать сейчас монетку? А, у меня монет теперь мало. Черт. Я сейчас комнат буду получать в награду постоянные монетки. Steam Cell это за Самсона. Steam Cell, да, все правильно, стволовая клетка. Этот брелок, который я открыл за Самсона в грид моде или в гридере, я не уверен. То ли в грид, то ли в гридер. Короче говоря, брелок, который лечит наполовину отсутствующего здоровья при переходе на этаж. Интересная штучка, но не особо полезная. И, кстати, это отсылка на Dead Cells. Там, типа, лечение между этажами и также стволовая клетка босса, типа. Которая там является чуть ли не основной механикой игры. Смотрите-ка. Повезло. Блин, мне надо было свечу на самом деле второму брать, потому что у него там и паразитоид, и кастет, и так далее. Игра решила, что хватит это терпеть. Что надо бы все поровну распределять между персонажами. Хватит булить второго. Хотя, судя по предметам, я все еще булю второго. Я сейчас сначала хотел на босс раш, но сейчас ситуация немножко поменялась. И я собираюсь зачищать все комнаты для того, чтобы мне брелоки падали почаще. Они сейчас будут падать в каждой комнате. Что это значит? Это значит, что я, скорее всего, открою лоста в этом забеге. Так что этот забег вовсе не за близнецов, скорее всего, будет. Пошли деньги добудем. У меня куча хп. Скорее всего, в этом забеге я найду постер. Мне не так много брелоков еще открыто. Давай еще потыкаемся. А, блин, у него сейчас сердец нету. А, ну я могу собрать их. Не в этой комнате. У него сейчас сердец не будет, мне с комнат сердца будут валиться. Мне это не нужно. Что в магазине было? Двойные бомбы. Ну ладно, возьму. Типа, лишним не будет предмет. Брелоки падают из-за того, что у меня символ баланса, вот этот треугольник синий. Они падают только от того, что все остальное у меня есть, а брелок я специально выкинул. То есть, игра смотрит, вот у тебя есть здоровье? Хорошо, здоровья не надо. У тебя есть ключи? Есть ключи. Значит, ключи не надо. А брелока нету? Хорошо, тогда будет брелок. Вот сейчас сердце, собственно, половинка... А, я не тому взял ее. Мне надо половинку сердца взять второму, потому что у него сейчас хп отсутствует.
Окей. Если бы я не полечился, они бы падали до скончания веков. Ну и, кстати, да, с этим связан абуз. То есть, если тебе не хватает сердец, ты можешь не подбирать их специально. А потом уже, когда они повыпадали там в количестве 6 штук... Ай. Когда их там куча повыпадала, ты уже идешь и собираешь их все. И это будет очень даже удобно. Главное сразу же не собирать. А где брелоки все? Почему мне монеты падают, алё? Мне не нужны монеты, у меня их 12. Или может быть там предел 12? Ой, 15 в смысле. Не, мне до этого выпадали брелоки, хотя у меня было 8 монет. Хватит монеты дропать. Ты чё? Совсем что ли? Мне брелоки нужны? Чё, мне монеты нельзя тратить вообще что ли? Тут купон. Купон интересный, но не особо важный. Потому что если я его куплю сейчас... Я бы хотел его купить, но если я его куплю, у меня 15 следующих комнат будут дропать мне монеты. По одной штучке. Я этого не хочу. У первого очень мало дальности. И это тот самый момент, когда... Мозговой червь будет не особо хорош. Он, конечно же, хорош, но у него так мало дальности. А, еще меньше, кстати. Терзап, окей. У него 3,28 дальности. Это ужасно. Это просто ужас. О, наконец-то брелоки начали падать. Теперь у меня есть и бомбы, и монеты, все-все-все, да? Все, брелоки начали падать, хорошо. Сейчас мы, надеюсь, откроем лоста. Его очень сложно открыть из-за того, что... Просто брелок нужно найти, самый определенный из всех. Конкретно один брелок в игре. Открывает. Причем его надо открыть, а точнее найти, не просто найти, да, а потом еще и с ним в определенной комнате умереть. Так что это не особо-то часто происходит. Так, выкинем. Выкини каку. Я буду проходить все комнаты, потому что мне надо открыть лоста. Филигранное перо. Я могу его забрать в комнату ангела. Видали, как задолжил. Если я его возьму, конечно, это приятно будет, но у меня дальности нету на первом персонаже, на Якове. Наверное, я пожертвую неудобством. А, у меня же Little Monster есть, точно. Помните, как я говорил, что эта комната ужасная? Каким надо быть мазохистом, чтобы ее придумать? Где ты? Не, ну второго я не буду увеличивать. Мухи были у кого-то? У второго была муха. Блин, если он получит полет, это неудобно будет. Черт. Если он получит превращение и будет у него полет, это будет наоборот плохо.
Надо не забывать, что у меня летал монстр, потому что он довольно-таки сильный. А что, мне ничего не упало? Вот. Садист, мазохист, неважно. Одно и то же слово. Я не тупой, я просто шучу, окей? Отлично. Я сбил сделку. Ну, шанс не такой уж большой был. А, я еще и... дроп с комнаты сделал плохим. Что-то забег какой-то такой себе. Кстати, если я превращусь в лоста, все мои предметы уйдут одному персонажу, верно? Или нет? Стоп. Я что-то не уверен, если честно. Я могу пойти туда. Альтернативные этажи намного больше. Заметьте, что мантия заигнорена спокойно. Причем она и потерялась, и урон прошел. Это довольно странно. Альт-этажи больше? Хотя не все. Первые главы альт-этажей наоборот маленькие. А вот последняя глава... этажи наоборот очень большие. Короче говоря, больше комнат, больше шансов на нужный брелок. Блин, какие же вы противненькие, ребята. Особенно, когда у меня нет дальности. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Хорошо. Блин, еще один хороший брелок. Это вторая часть гэпи, кстати. Кстати, это вторая часть гэпи. Так, давай не дамажиться, я хочу сделку получить. Равенство. Равенство мне не нужно. Бомбы у меня и так двойные. Это, возможно, еще одна часть гэппи. Но это не гэппи, а дамага. Это тоже хорошо. Это очень даже хорошо. Давай гейн. Тоже очень хороший брелок. Пока я не получил сделку ангела, мне нет смысла с пером ходить. Это пакет крови. Давай так. Я был уверен, что это пакет крови, потому что у меня брелок нет. Он отключает спаун активных предметов. Это очень хорошо, потому что активные предметы мне не нужны. А, да. А, да. Я забыл. Я забыл. Ну ладно. Может быть, она еще откроется. Кто его знает. Я вообще что-то не подумал об этом. Филигранное перо. Так и не будет использовано, походу. Ладно, я на самом деле согласен с брелоком нет. Он на самом деле даже сильнее, чем филигранный перо, даже с учетом того, что ты постоянно идешь через ангела. Он реально сильнее намного. Потому что получать все предметы пассивными, это многого стоит. Так, я не хочу быть еще больше. Я могу специально слить сделку сейчас. В принципе, я согласен на это. Я согласен специально слить сделку сейчас. Ауч. Это было не специально.
Хватит сундуки давать мне. Почему ты мне даешь сундук, когда мне нужно брелок? Видишь, у меня брелка нету. У меня нету брелка. А, у меня еще и ключей нету? Ну ладно. Здесь я согласен. Так, все. Пошли брелоки. Вы заметьте, сколько брелоков на этаже валяется. Это вот как раз таки сила символа баланса. Лучшее его применение. Солнце. Будет полезным. Так, сначала надо в магаз сходить, там может быть more option. Хватит мне сундуки кидать. А, да, я же не знаю, что здесь. Ладно. Маппинг. Крокодильчики. Берем два предмета. Он сделал... Блин. Я получил ачивку, потому что я стал Вельзеволом. Это, конечно, приятно и все такое, но... Помните, как я говорил про то, что если у вас есть полет, то пусть он будет на якоре. Вот я сейчас с полетом, я не могу его восстановить. Я не могу его вернуть к себе. Мне нужно сначала дойти до сюда, потом не сюда, а именно сюда. То есть мне, чтобы их сейчас объединить, нужно очень много усилий. И это именно о том, что, о чем я говорил. Как так получилось, что именно вот сейчас полет именно достался второму, это жесть. А, у него и крокодильчики выпали, и баттери пак выпал, отлично. Я не могу его сейчас ничего контролировать, его полет, я не могу ничего с ним сделать. Да, это неприятно. Давай так. Подождите. Чуть попозже сделаю это. Стоп, у меня нет ключей? В какой момент у меня не стало ключей вообще? У меня же были ключи. Ладно. Так, я хочу сейчас сердце ворона использовать. Где оно было? Сердце ворона. Где-то оно выпало, но я не помню, где именно. Может, здесь? Нет, это не то. Здесь? Здесь? Ой. Ладно, уже не важно. Я задамажился за этого. Хотя у меня там есть полет. А, вот здесь, вот оно, сердце ворона. Оно изменяет приоритет получения урона с синих сердец на красные. То есть сейчас, если я буду получать урон, я сначала получу урон в красные, как видите. Именно это мне и нужно. Чтобы слить сделку полноценно. Максимально. Потому что я в ней уже был на этом этаже. Мне туда не нужно. Давай, умирай. Так, это может быть что-нибудь на дальность? Нет, это вообще фигня полная. Так, возвращаем вот этот брелок себе. Пошли за синим сердцем. Так, и этот подберет обычное. Можно ты его вытолкнешь как-нибудь тут оттуда? И я подберу двойное. Ладно, это будет долго. Я не хочу этим заниматься.
Это возможно, его возможно вытолкнуть, но... Нужно прямо очень точно все сделать. Ну почти, почти. Ладно, я не буду этим заниматься, это долго. Это даже того не стоит. А, я мог взять перо и потом выкинуть. А потом просто вернуться к нему. Да, я мог так. Ладно, уже не важно. Я решил не париться насчет пера. Почему мне выпала монета, я не понял. Сундуки еще можно понять, да? Сундуки всегда могут выпадать. Мне брелоки нужны. А, у меня еще и ключей нет. Подожди, а почему, если у меня нет ключей, мне выпадают сундуки? А? Что за фигня? Так, Conjonet... Первого, наверное. У него еще другой бебик есть. 120 вольт. Жесть. Второй получает в этом забеге все самое лучшее, реально. Тут есть кнопка с черепом. Я даже не могу использовать нормально полет второго персонажа. Хвост Гаппи. А, у меня же хвост Гаппи. А у меня же хвост Гаппи. Черт. Хвосту Гаппи пофиг на эти... Точно, черт. Хвост Гаппи мне все испортил. Блин, я не подумал вообще об этом. Я же его получил после того, как я нашел символ баланса. Это, конечно, тупо, да, потому что... Приоритет как раз таки у хвоста. Он с третьей комнаты удаляет награду. С третьей комнаты он заменяет награду на сундук. Так, выкинем. Дамага. Так, удачи у первого больше. Берем за него. Это у нас... Колесница. Челика взорвем. А, у меня уже был взорван. Ладно. Ой. Это было тупо. Вау, полет полезен. Так. Ты все равно задамажился. Ладно. Следующий этаж... Нет, следующие два этажа получается. За следующие два этажа надо получить то, что мне нужно. Так, белое сердце мне явно не нужно. Ключ надо забрать. Троечку нажимаем. Я уже весь этаж почти прошел. Тут были сопельки, они, конечно, полезны, но... Не так полезны, как... То, что у меня сейчас есть. Так, тут всего лишь бомбы. Там сердца. Приятно, что когда тройку нажал, все сразу видно, что где появилось. Она же сработала на магазин? Да, вот этой лестницы здесь не было. Но она мне, разумеется, не нужна. Так, это что?
Temperance. А зачем мне деньги? Это последний этаж с магазином. Так, дамагу первому. Скорострельность... Фига она большая. А, это из-за свечи. Я не уверен, у него каптерзы или нет. По-моему, нет. Да, у него не каптерзы. Идем дальше. Так, в Шиоле... И в соборе тоже появляются комнаты жертвоприношения. Наконец-то у меня нормальный урон стал. Рачок. Ну хорошо, рак. Ради рака я готов выкинуть Never Again. Меня всегда раздражало то, что 120 вольт срабатывает об дружественных врагов, монстров точнее. Поэтому я стремлюсь их убивать. Это как бы прикольно, но так раздражает. Так, брелки начали падать наконец-то. Как бы хвост Гаппи, но почему-то он иногда просто не работает. Ну вот сейчас сработал, да. Так, надо подобрать сердечко. Это с чемпиона выпал брелок? Прикольно. Так. Привыки почти в каждой комнате. Вообще в каждой. Ну ладно, почти. Но все равно, блин, того самого брелока нет. Даже если получать по брелоку в каждой комнате, не факт, что выбьешь именно тот, что тебе нужен. Потому что их просто дохренище. Просто дохренище этих брелоков. Мне что-то здесь нужно? Нет? О! С автомата тоже брелок выпал. Это приятно. Потому что чем больше брелоков... Вообще, как работает сидинг брелоков? Если тебе выпадает брелок А, то пока он тебе не выпадет, другие ты не получишь. Сначала выпадает один брелок, потом второй, потом третий, потом четвертый. И только в таком порядке. Ну, то есть, не именно в таком, а этот порядок задан сидом. То есть, они выпадают именно один за другим. Этот порядок заранее узнать нельзя, но все же, если ты получил брелок в каком-то другом месте, то неважно, в каком месте ты получишь следующий, он будет именно вот тем, который предопределен. А, у меня же секретка уже посещена. На Хаша я опоздал. Конечно, опоздал, блин. 40 минут забег идет. Задамажился. Это ачивка за прохождение сердца на харде. И мы идем наверх, потому что цель забега такая. Короче, рандом. Ну, не совсем, короче. Не совсем рандом, потому что иногда... Вот как бы я встретил брелок, просто выпавший откуда-то. Это значит, что, собственно, у меня в другом месте сейчас будет нормально все. Точнее, этого брелока больше не будет в другом месте.
он не выпадет больше нигде. Тем самым увеличивается шанс получить нужный. Ну и если ты выбил вообще всех брелоков по разу, они начинают падать по второму кругу. Сейчас постер выпадет, а комнаты жертвоприношения нету. Вот будет забавно, да? Как бы у меня полное здоровье и шанс на нее довольно большой. Должен быть, по идее. Посчитать последовательность. Последовательность ты не посчитаешь. Это все-таки сидом обусловлено. Я только подумал о том, что я могу РК найти. А вот если бы я остался с Never Again предметом, этого бы не произошло. Знакомьтесь, РК. Одна из самых сломанных хреней во всей игре. Что она делает? Она просто перестартит забег. Но при этом оставляет тебе все, что у тебя есть. Она как бы рестартит, но без рестарта. С ней можно за один забег несколько концовок пройти, но при этом главное помнить, что после беста или после убийства мега-сатаны ты получаешь сначала концовку, потом уже ачивку. Там нельзя аркей нажать. Короче, в этом забеге, я думаю, мы убьем, точнее, мы откроем лоста. Стоп, а что там с брелоками? Они, по идее, обычно на победном кругу начинают падать заново, так же, как и... Где? Кто? Он что, заморозился и... А, вот он. Все нормально. На победном кругу там и пилюльки заново начинают генерироваться, да, новые. И брелоки, наверное, заново начинают... Ну и предметы, в принципе, там заново начинают падать, да? И мне кажется, если РК нажать, то... Игра как бы запомнит состояние. Она будет знать о том, что... Какие брелоки мне выпали до этого. По идее, да. Победный круг и РК работают иначе. Блин, не тому удачу взял, ладно. Нет, если ты выбил все брелоки, круг второй будет в уникальной последовательности, не в той же самой. Это не так работает, к сожалению. И да, комнаты вызова здесь нет. Но сейчас это не важно. Потому что у меня уже эрки есть. Так что будем продолжать чистить все комнаты. А, получается, мне нельзя сейчас на мега-сатану идти. Да, мне нельзя сейчас идти на мега-сатану, потому что... Если там не откроется портал Void, то меня просто бросит в концовку. Я не смогу RK нажать. А если там портал Void откроется, то, конечно же, будет приятненько. Конечно же, будет хорошо. Ай. Но я заранее не знаю, откроется ли портал, да? И там нельзя подгадать момент. Все, пошли дальше. Паник баттон и аркей. Да. Stairway открыли, лестница. Английская лестница, очень крутой предмет.
Но найду, покажу, в общем-то. Охренеть, три активки. Вот. Коротко о том, почему брелок с зачеркнутым кругом мне очень нравится. Но если бы я с ним остался, я бы не получил аркей. Так что тут как бы в обе стороны работает. Стоп! У меня теперь есть еще и источник пилюль. А может быть, я еще и 5 гульпов найду? Но у меня не было ни одного гульпа пока что. Может быть, я их еще встречу, конечно, но... О, папин ключ. Папин ключ — это приятно. В частности, из-за того, что можно комнаты вызова проходить им. Вот та самая комната с синими пацанами. Она очень редкая. Интересный, конечно, забег. О! Быстрые бомбы открыл. Это за убийство вот этого босса в 10-й раз. Или в 15-й. В общем, в какой-то раз... Сколько-то раз определенное количество я убил его, и поэтому мне открыли этот брелок. Ой, предмет. Быстрые бомбы. Так, продолжаем выбивать брелоки. Парфюм. Он дает плоскую скорострельность. Так, у меня 7 всего лишь ключей, я не хочу его тыкать. К тому же, если я его затыкаю, у меня ключи будут с комнат валиться, я этого не хочу. Так, еще один брелок. Так, здесь надо Глатани убить первого, чтобы получить вирус. Вирус? Не, пилюлька. Ну ладно. Попрошайка. Эх. Ладно. Попрошайка, по-моему, может давать брелоки за монетки. С учетом, что у меня в монетки сейчас валятся просто при стрельбе. Он, в принципе, полезен. Он выдает награды за 3 или 4 монетки по рандому. И может выдавать, ну, все что угодно, что касается пикапов. Сундуки он не может давать. А если пикапы или брелоки, то все что угодно. Буду оставлять ему монетки, может быть, он даст что-нибудь полезное. Обычно этот предмет вообще очень нежелателен. Он мешает тебе собирать монеты и редко выдает что-то действительно полезное. В отличие от того же бамба, который ну прямо жжет. Сломанные очки. А, брелок дал челик. Вот если бы он сейчас этот брелок не дал, этот брелок выпал бы следующим. Геймкит. Шотспид. Там секретка. Та самая мемная комната с двумя адверсари. Так. Плоский червь и короткий фитиль уже второй раз падают? Ты уверен?
Почему-то я... Ну, заметьте, мне мантию сняло, но не задамажило как бы. Это как бы внешний урон. По-моему, мне короткий фитиль выпал только один раз за забег. Я не помню, чтобы повторялись брелки пока что. Я не заметил этого. Костяной палец во второй раз падает, серьезно? Но ведь у меня постер... А у меня постер открыт вообще? Да, я его находил еще. Сопельки повторились. В смысле, у меня сопли один раз выпали. Я их еще превратил тройкой. Вы меня троллите? Перо? Перо не повторилось, это два разных пера. Так. Кто? Где? Теперь у меня очень мало... Еще меньше дальности, вернее сказать. Ладно. Блин, вот проблема в дальности в том, что... Ее только с боссов можно разве что получить, да? Очень мало предметов, которые увеличивают дальность. Обычно, в смысле. 1.77 дальности. Ужас. У меня была пилюлька на понижение. А из-за чего у меня изначально дальность понизилась? А, желтый шприц. Пилюлька на понижение дальности. Отсутствие каких-либо повышений. И, разумеется... Так, давай не умирать. Боже, это ужасно с такой дальностью. Он подобрал клещ. Он подобрал клеща, серьезно? И что мне теперь делать? Мне надо его как-то проглотить. Почему из всех предметов? Блин, я знал, что попрошайка может как-то поднасрать, но я... Был убежден, что он меня не поднасрет в этом забеге. Это попрошайка мне дал его. Не давайте детям... Детям говорю. Не давайте попрошайкам деньги. Ничего хорошего из этого не будет. Так, ну я прошел, собственно, и сейчас я нажимаю... Давайте солнце прожмем и возьмем другую карту. Прожимаю арки. Вот, собственно, у меня сит изменился. Я в новом забеге, но у меня все вещи, все... Все, что у меня было, все осталось. И дальность тоже пониженная. Кстати, заметьте, донат-машина восстановлена. Но я ее сейчас забью снова. Фига она стойкая. Фига она стойкая. Ну да, с помощью RK можно несколько раз за забег забить донат-машину. Так, у меня сейчас брелок у второго персонажа. И у меня план просто накрылся медным тазом. А зачем я бомбу ставлю, и у меня есть ключ? Просто медным тазом накрылся. Из-за клеща. Я очень надеюсь, что я встречу что-либо, что позволит мне проглотить. Но у меня Marbles еще не открыт. Как видите, пилюльки все те же. Marbles у меня еще не открыт, а... Окей. Смелтер разве что. Можно встретить. А, если я встречу смелтер, кстати, то я буду каждые 6 комнат получать предмет. Это тоже вариант. Тоже хороший вариант.
Ну, это мне точно не понадобится. Шли на альт-путь, наверное. А, первая глава альт-пути... Короче. Это не важно. Спичку встречал. А, да, спичку можно, кстати, встретить. А я не помню, чтобы я встречал спичку. Нет, я не встречал спичку. Бертрайт, мне дали ачивку. И также я открыл кучу добавочных боссов. Кучу дополнительных. Это за то, что я прошел синего пацана за определенное количество разных персонажей. Когда нажимаешь RK, ачивки при переходе на следующий этаж появляются. Так, давай этого челика возьмем. Вторая технология. Окей. Я бы предпочел, чтобы она была у первого. Ну, кстати, деньги оставляем попрошайке, потому что он брелоки выдает. Он умеет выдавать брелоки, и поэтому может быть даже что-нибудь полезное выдаст. А у меня были части Боба у кого-то? Нет. Первому. Эх, это Addicted. У меня есть еще какие-то пилюки, которые я ни разу не находил. Но они не те. Если бы это был Гульп, было бы замечательно. Зачем мне эти бомбы? Где кто? Альгис. Альгис мне не нужен. Так, ищем смелтер. Он в магазине появляется. Окей, это росток, и это позволит мне больше получать предметов. Так, пофиг на этот предмет. Конечно, хотелось бы, но... Так, смелтера там не было. Ой, случайно взял. Смелтера там не было. Теперь можно Альгис использовать с вот этой картой. До этого момента мне не особо была необходимость в этом, но сейчас есть. Идем вниз, чтобы... А, стоп, он ворует у меня деньги. Алло. Жулик, не воруй. Капельница, хорошо. Давай капельницу второму. А, второму... А, ну в принципе это даже хорошо. То есть у него будет мало хп, и я каждую комнату буду получать сердца для того, чтобы еще больше получать монеток. Так, хватит воровать. С Ростоком, собственно, это отличная возможность получать кучу денег. Так, где-то тут еще сердечко лежало. У меня 100% дьявольская сделка сейчас. То есть как заново получается, да, все идет. Я не думаю, что мне нужно... А, стоп, тут у нас очень важная штучка есть. Вот это. Теперь я получаю куда больше монет с каждого тыка. Ну и давайте тогда уже купим, получается. Сейчас я буду получать сердца с каждой комнаты. И это замечательно. Так, урон. Также удача. Addicted. Пофиг. Давайте купим еще один предмет магазина для того... Чтобы больше шанс был на то, что смелтер попадется. Relax. На кого я ее хочу? Да пофиг, наверное. Это не похоже на смелтер. Ладно. Пошли дальше. Можно было к дьяволу зайти. Мне столько здоровья, что... Действительно... А дроп с комнаты суммирует удачу разных персонажей. То есть у меня сейчас бонус с комнат соответствует 5. 5
идти удачам. Блин. Ну и козел же ты, попрошайка. Мне, кстати, надо выходить из комнаты... с этажа, точнее. На полном здоровье, чтобы даже если я встречу брелок, мне надо же еще... чтобы у меня была та самая комната. Которая появляется чаще, только если у меня... полное здоровье. Ну, не только, ладно, не только. Шанс увеличивается в 4 раза. Это я оговорился. Я уже один раз оговаривался в эту сторону. Как будто красный сундук открыл. Так, еще одна часть конжонет. А черное сердце с мешка, кстати, выпало. По-моему, у меня не было супербандажа. Это вот предмет, который открывается за сбор супербандажки. Ну, не супербандажки, а... за сбор бандажки последнего уровня. Так, шут спиддаун. Спичка! 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 Ха-ха! Спичка! Спичка! Мама Мега. Мама Мегу на этом этаже очень опасно использовать, потому что она разрушит зеркало. Это нужно иметь в виду. Но Мама Мега, знаете, что она делает? Она открывает босс раш и хаша. Чё там, предмет за 3? Серьезно? А, за 13. Мама Мега открывает босс раш и хаша. И теперь я, даже с учетом того, что у меня на таймере там час, я смогу сейчас... Все правильно. Я смогу посетить босс раш. Так, это может быть гульп. Это локап. Вот смотрите, даже при этом у меня все еще есть. Наконец-то эта муха сдохла. У меня все еще есть пилюльки, которые я еще не видел. Так, сейчас главное Мама Мегу не нажимать, потому что зеркало пропадет и будет очень неприятно. Да, спичка — это замечательно, когда у тебя клещ. Спичкой можно снять клеща, но если у тебя 2 слота для брелока, то это так не работает. Она просто возьмется. Я могу взять просто так. От нефиг делать. Я прохожу эти комнаты, чтобы брелоки повыпадали. Опять эта комната с мухами, а! Раздражают. Это мне не понадобится. Хотя эта штука дает брелок. И ради этого, только ради этого можно ее взять. У меня столько хп, что надо было к дьяволу идти, а я не пошел. Еще одна пилюлька, которую я не видел ни разу до этого. Серьезно? И всего 13 за забег, если что. Так, муха, сдохни, пожалуйста. Ты раздражаешь. Молодец. И всего за забег 13 видов этих пилюлек всех. Я все еще не встречал до этого момента две из них. То есть локап и Bolts of Steel. Первый раз мне выпали. Так, ангел. Призма. Она может крашнуть игру, когда у меня так много всего. Так, ключ у меня потратился. Можно собрать новый. Давай уменьшимся, потому что я не хочу быть большим таким. Не-не-не, никакого рейнждауна, выкинь эту каку. Пошли на альт-путь, там больше предметов. Хотя... я не уверен насчет второй главы. По идее, вторая альтернативная глава имеет этажи побольше, чем обычные.
Ты рейнджап не встречал? Да, я не встречал рейнджап. Ну так, не факт, что он есть в этом забеге. Еще раз повторю, в каждом забеге 13 видов пилюль. Всего пилюль в игре 50. Но ты за забег, за один забег можешь встретить только 13 из них. Очевидно, что у меня рейнджапа нет в этом забеге. Но может быть есть. Я не считал, сколько я встретил всего видов пилюль. Может быть, и попадется потом. В чем я очень сомневаюсь, но все же. Два брелока с него выпало, ничего себе. Так, давайте все еще смелто раскать. Почему бы и нет? Это мне не понадобится. Этим ключом, кстати, можно попасть к альтернативному сердцу. Но в этом нет необходимости. У меня есть способ уменьшить свое хп, которого очень много. Так, сейчас главное моему мегу не нажать. А, это еще и получение урона считается. Так, и тут сердца можно сразу же купить, чтобы не сдохнуть. Хотя я... В моих реалиях сейчас, в моей ситуации я точно не умру никогда. Так, я сейчас деньги потратил на... Ну, ничего не выпало. Смелтера, в смысле. Я сейчас деньги потратил, у меня с комнат будут деньги валиться. Сколько я там хп отдал? Ну, короче, вы видите, у меня там... У каждого по полноценному мидбою и еще... По мидбою третьего уровня. У каждого из них. Это, собственно, то, что делает картофель-чистка. Она также по 0.5... Ой, по 0.2 урона дает за каждое применение. Что довольно-таки приятненько. Как вы можете понять, Аркей имба. Но в то же самое время, как бы, если у вас персонажи уже закрыты, от нее нету толку. Потому что, ну, ее... Что я подобрал? А, пилюк. Ее главное применение — это получение ачивок. То есть за несколько концовок, за один забег. Если персонажи уже закрыты, это абсолютно бесполезный предмет. Вот, тут есть... Где-то под подпольем. Нашел. Молоко. Молоко прикольная штука. Но сейчас от него не будет толку. Кислота. Я не буду брать кислоту. Потому что от нее могут быть проблемы. Хотя... Ладно, даже если я стану лостом, главное, что я его открою. Мамину коробку можно найти. Точно, мамина коробка еще есть. А по-моему, я ее уже встречал. По-моему, я ее встречал в этом забеге. Ты будешь открываться? Мне падают деньги, потому что... А можно этого челика убить? В вагонетке. У меня Little Horn. Greetings, Mr. Neonomi. I noticed that your title says 51+. Does that mean this stream is for old people or something? О, Омега Лил. Спасибо за нот. Это я просто взорву. А кто? Что? Почему? А почему он сначала не посчитался как мертвый? Потому что я второго убил как бы не так, как обычно, Little Horn. Это было странно. А, да, я взрываю... У меня печенька иногда поджигающая.
И из-за этого получается фигня, что взрывается. Ну, идем дальше просто. Просто идем дальше. Да, на ранних этапах РК ему можно использовать как Forget Me Now. Это точно. Мне не нужен нож. Но от него можно получить толк. Addicted, speed up. Чего, у меня не было максимальной скорости до этого момента? Я же так много раз встречал ее. У меня все еще очень мало дальности, 1.7. Из-за чего у меня такое ощущение, что у меня все еще, точнее, уже нормальная дальность? А, это из-за того, что у меня мультидименшнл, он как бы увеличивает дальность. Так, Prayer Card мне явно не нужна, поэтому давайте да, просто вот так сделаем. А, теперь у меня еще и Stomp. Понял. Дьявол. Взорву этого челика, чтобы увеличить шанс. Больше брелоков. Это дальность, это дальность. Вау, плюс полтора дальности. Охренеть, у меня есть дальность. С ума сойти. О, коробочка. Эти часы, по-моему, я еще не подбирал. Или подбирал? Не, я их подбирал, да, подбирал. Коробка не особо сильно ускорит процесс, но все же иногда будет давать мне. Так, это надо второму обязательно. Как раз по той причине, что клещ может попасться снова. Сигил. Ну, сейчас я его не буду брать. Сейчас от него мало толку. Я бы даже сказал, вообще нету толку. Так, я хочу аккумулятор, чтобы два брелока доставать. Так что я ничего не буду здесь покупать, и наоборот. Банку с виспами потом как-нибудь покажу, потому что она хороша в начале забега, но никак не в середине. В середине она тоже. Печеньки. Печеньки, вы чё так делаете? Печеньки, печеньки. Там руна была, да? Там руна была. Это Агис. Он мне не нужен. Тут, конечно, можно что-нибудь другое найти еще. Ну, давай посмотрим. Анзус. Ладно, денег уже нету. Сейчас придется терпеть выпадение денег с комнат. Пока у меня их 15 не будет. О, я потыкаю сюда. А чем мне дают неуязвимость? А, у него же полароид. Я и забыл. Что у него полароид. Пошли бандл купим. Денег больше будет. Паучок. Есть батарейка в большой комнате. О, Петра. Это именно то, чего я ожидал. Если я ее прожму в комнате снизу, там ангельский предмет, то я бы мог заролить как бы его в ангельский, в другой ангельский. Но мне сейчас не это нужно, вообще не это. Можно ангельс использовать, чтобы кучу денег получить. Но что-то как-то не знаю, если честно. Долго это. А, нет, тем. Этим.
Так, Альгис. Не воруй. Сорян, что этот забег так... таким долгим стал. Но мне очень хочется открыть все-таки лоста. Если я открою лоста, у меня будет уже все обычные персонажи открыты. Он уже полтора часа идет, да уж. Ну это мне точно не понадобится. Пошли через альт-путь. Можно даже нож собрать и пойти на мать, в принципе. Типа, смотрите. Персонаж у меня уже открыт, да? Яков, в смысле. Я сейчас могу пойти на какую-нибудь другую концовку. И одна из них это как раз-таки... Чего они взорвались, а гримас? Непонятно. Можно на мать пойти, в общем. А можно пойти в сундук. Если я пойду на мать, я все еще смогу посетить босс раш, потому что после ноги, да? Неважно, кому брать. То же самое, что и с ключом. То же самое, что и с полароидом негативом. Ну, полароид негатив будет работать только на определенном персонаже, но неважно, кем ты пойдешь в сундук. Это что, специально для близнецов? Такие кнопочки. Близнецами немножко сложно здесь, потому что тесновато. Интересный сетап, потому что здесь можно вот так взорвать и сократить очень много пути. Но мне так тесно. Очень осторожно. Вот в таких вот местах как раз за близнецов довольно стрёмно ходить. Да, комната с шипами еще нужна. Я лучше в темную комнату схожу. Там больше, будет больше в сумме комнат. Ну а на альпуть я схожу, конечно же, потому что там этажи в принципе больше. Медбои это не предметы, они с тобой навсегда. То же самое там были мухи, когда я зашел. У меня были там мухи, они еще от гримас умерли. Так вот, мухи тоже как бы дружественные, тоже остаются там. Он выпал! А теперь мне нужна комната, в которой я сдохну. Вот сколько я сидел, да? Сколько я брелоков перебрал, чтобы просто один раз выпал тот, который нужен. И это при том, что у меня половина брелоков еще не открыта. То есть специально дождаться этого брелока, это вообще... это ужас. Ну чё, становимся лостом, я думаю? Есть проблемка некоторая. У меня... у меня нет воскрешения. Но я могу его добиться. Блин, этот попрошайка, он... из-за этого, из-за того, что он сейчас здесь все это делает... Так, а в красной секретке могут быть воскрешения? Дело в том, что если ты найдешь воскрешение, то можно открыть лоста и остаться тем же самым персонажем. Я сейчас вот что хочу сделать. Я хочу найти воскрешалку. И у меня есть кубик.
О, это что меня задело? А, костер. Этот брелок очень прикольный, за Азазеля открыли мы его, когда ее мать убил. Мертвую мать. Смотрите, что он делает. Биньк. 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 Но я не буду... Там дьявольский предмет, короче. Я не буду туда идти, потому что мне хп нужно. Мне нужно хп, поэтому я не буду туда идти. Ну, в смысле, в эту комнату дьявольского вида. То есть, если бы я зашел, то она бы уже была дьявольской до конца. Перчик. Перчик, это прикольно. Откуда у меня столько шотспида? А, это из-за того, что у меня радужный червь. Так, слышали этот звук? Это челик подобрал локап. И он мне не достался. Прикольно, да? Очень классно. Так, костяное сердце можно взять, чтобы было больше хп. Короче, мой план какой сейчас? У меня там Кракен Дайс выпал. И я могу с помощью него сломать игру. Но ломка как таковая будет очень слабой из-за того, что монеты... Вот этот челик у меня ворует. Он у меня ворует монеты. И поэтому у меня... Не особо как-то много чего-то будет. Но все еще будет много этих самых. Все еще будет много брелоков и всяких карт-пилюль. Надо выбрать комнату. В секретке бывают воскрешения. Воскрешение еще бывает где? В ангельском пуле есть воскрешение. И там есть ангельский предмет. Но! Мертвая кошка. Точно, в проклятую комнату. Кракен Дайс никак не заролит нужную тринку. Он заролит тринку. Но тринку-то я оставлю в другой комнате. А у меня тут уже предмет есть. Замечательно, слушайте, замечательно. Кракен Дайс при получении урона может сработать как D8. Может сработать как D6. D20 и D12. Прям как витаминка. А, у меня тут еще Ера, но Ера очень стрёмно работает при рероле, потому что удвоенные пикапы будут удвоенными. Но, в принципе, я не против применить ее, потому что, как бы, может что-то зароллиться в сундук, а сундук откроется, ну, получается, два сундука с предметом появится. Если там будет в одном из них предмет... То есть, когда ты удваиваешь что-то и изменяешь, ролишь. Я не знаю, стоит ли мне открывать вообще ультрасекретку. Тут не может быть, да? Значит, ультрасекретка не здесь. Она здесь. Как находить ультрасекретки, у меня есть отдельное видео. Посмотрите, если хотите. У меня есть уникальное... Ну, уникальное, говорю. Просто видос отдельный для того, чтобы понять, как искать ультрасекретки. Так, что здесь я могу сделать? Пока что ничего. Я переношу сейчас все, кроме, разумеется, постера. Ну, рак можно тоже оставить, если я... Я, в принципе, могу и лостом стать, но... Типа, я бы не хотел сейчас становиться лостом, просто из-за того... Что это, ну, другая тема. Хочется лостом начать играть в другом месте. С другого забега. Да и тем более, хоть какой-то пример о том, как происходит ломка. Ну... Хотя ломка у нас будет потом, в самом конце. Ладно, наверное, хватит. Хотя... Нет, там еще осталось. Чё жадничать? Давайте еще соберем. Вот тут пилюлька есть.
Тут сундук. Снизу больше ничего нет. Ну ладно. Давайте пройдем еще парочку комнат, чтобы найти что-нибудь еще. Блин. Тральбасная комната. Тут надо как бы сначала зайти, а потом просто идти дальше. Если ты... Да боже мой. Зашел в телепорт, получается, тебе надо открыть, а потом выйти в таком же направлении. Очень тральбасная комната. Тут можно зарядить его, но у меня уже брелок есть, если что. А, есть еще одна причина, по которой я не хочу становиться лостом. У меня сейчас мама мега, и я босс-раш открою. А босс-раш за близнецов дает очень полезный предмет, открывает рок-ботом. Ну все, давайте ломать, начинать. А где Каркендайз? Сверху? Так, сейчас сначала выкидываем все, что вообще здесь есть. Затем прожимаем Еру. Она не так много удвоит, но удвоит что-то. Ну и теперь просто получаем урон. Так. Эти сундуки сидированы, кстати. То есть один сундук сейчас выдал бомбы. Второй сундук тоже выдаст бомбы. Давайте-ка растолкаем здесь лут, чтобы не подбирать его. Так, эти каменные сундуки я позже открою. То есть, как видите, из-за того, что я удвоил все, оно сейчас все и после изменения тоже удвоено. Отлично. То есть у меня сейчас будет два дополнительных предмета, которые я хочу заролить. Так, это тоже надо взорвать. Блин, я не тому отдал локапы. Ладно, неважно. Как же ты, блин, раздражаешь, чел. Все. Вот он выдал намного меньше. Вот поэтому он и мешает чаще всего. Как видите, не такой большой шанс на то, чтобы хоть что-то сделать. Синее сердце подберем. Так. Воскрешение. Этот предмет заролился в себя же, да? Вы троллите? Так, я нашел дохлую кошку. И также я нашел еще одну часть гэппи. Окей, поломали. Небольшая мини-ломка получилась. Также я гаппи собрал, что очень приятно сейчас. Так, постер берем тому, за кого я собираюсь умирать. И вот здесь очень важный момент. А, если я потыкаюсь на шипах достаточно много, то он... Они телепортнут меня вместо того, чтобы я сдох, верно? Так что мне нужно сначала... Убедиться в том, что я не буду достаточно много раз тыкаться, чтобы не телепортнуться. А потом уже, собственно, умирать. Причем, очень важный момент. Умереть можно не только на шипах, а в принципе. То есть, если вы затыкали шипы так, что они сейчас вас телепортнут, можно с помощью бомбы это сделать. Собственно... Я умер с постером в руках и открыл лоста. Постер все еще у меня, потому что я его не использовал. Потому что я воскрес с помощью кошки. А у второго сейчас тоже одно сердце. Ууу, это опасно. Это опасно, это опасно. Надо бы это самое, это исправить. Так, почему бы мне не использовать алтарь? Он пожертвовал каких-то двух моих фамильяров. Я не знаю каких. У меня их было слишком много. Так, давай возьмем пакт второму, чтобы у него сердца были. Хотя можно просто лапку прожать. Давай прожмем ему лапку. И этому тоже прожмем лапку.
Ну и все, пошли. Можно продолжить ролить, в принципе. Но я не буду. Пофиг. В общем-то, лост открыт. Все хорошо. И сейчас еще босс-раш пройдем. Лостом я становиться сейчас не буду. Я еще и гапи собрал вместе с этим. Тут что? Щит. Пошли до мега-сатаны, наверное. Ну, в темную комнату, конечно же. Хотя, если я сейчас пойду в темную комнату, то мне придется потом еще раз идти в темную комнату, потому что у меня, получается, она будет пройдена, босс-раш будет пройден, а хаша я не пройду, да? Поэтому сейчас давайте убьем мать, а в другом забеге за близнецов я пройду как раз-таки хаша, темную комнату и этого самого. Мега-сатану. Ну, а делириум, ну, на него полагаться не стоит. Ну, кстати, вот этот брелок сейчас может быть очень даже полезен. Ведь как он работает? Ты просто разрушаешь камни, и рано или поздно под одним из них будет секретка. А у меня стомпи. Так, это сделает меня меньше, что очень приятно. Хотя, блин, ломать... Постоянно все камни, это такое нудное занятие. Карта двойной активации. А, карту вопроса можно использовать. Ну, карту вопроса, если я встречу, это будет, конечно, ультра хорош. Ты чё, все еще действуешь? Давай-ка ты умрёшь. Все умер. С красным перцем противная ситуация в том, что он не пропадает сам по себе и вся комната вот так вот заслоняется всем, чем попало. Альгис. Пектора. Может быть, Ера? Дагас. Что можно паролить? Где можно паролить? В магазине ничего уже не нужно. Можно 4,5 вольт подобрать, потому что я ее не подбирал. Она особо не нужна. Подождите, у меня возникла очень важная затея. Почему-то я об этом не подумал ни разу. Конечно же, у меня же рейнждаун в забеге. Все, сейчас вернем себе ренжу. Так, шотспид мне не нужен. О, в этом... Не было ли там еще одного ренждауна, который сейчас ренжап? Это феромоны. Можно отдать ему кучу ключей, но так лень, если честно. Просто пошли дальше. Дальность у меня теперь адекватная. Почти 5. О, вот это круто. Вот это реально круто. Сейчас вы увидите комбинацию луча. Так, наоборот. Луча и конжонет. То есть вот эти вот три выстрела сейчас будут лететь по одному лучу. Вот так. Их все еще три, просто они летят в одно место. И это очень мощно. Это нереально мощно. Да, золотой сундук может попасться в обычном сундуке. И наоборот. Нет, стоп. В золотом сундуке не может быть обычного. Или может? Ладно, неважно. Так, мы сейчас идем на мать, верно? А, ну и босс-раш, конечно же. Конечно же, босс-раш проходим сейчас.
Уголь. Так, тут очень важно, что когда вы открываете босс-раш или хаша с помощью мама-меги, нужно именно не выходить из комнаты. Поэтому я сейчас сначала прошел, посетил дьявола. Теперь я нажимаю на мама-мега. Открывается босс-раш. Если я выйду из этой комнаты, он будет закрыт. Технология? Можно второму взять технологию, потому что у него сам наводка. Золотая бритва прикольная. Но у меня и так очень сильно все. Золотая бритва дает 1,2 урона. Причем ее можно использовать сколько угодно раз. Она стоит 5 монет. Прикольная штука. Капец, все в огне. Вот о чем я и говорил про этот... Про этот перчик красный. Что он заслоняет всю комнату. Синий то же самое, но синий исчезает от времени, а не от нанесения урона. Это как бы тоже через 10 секунд исчезает, но... Не сразу. Поэтому это может вызывать проблемы. Сейчас уже ничего не будет вызывать проблемы. Сейчас у меня такая мега имба, что забей просто. Наконец-то у меня дальность нормальная, кстати. В том числе благодаря этому самому. Рокботом открыт. И тут у нас Боза. Я возьму Боза. Я его уже находил, но так и не рассказал, что он делает. При получении урона... Можно оставить... А, это бэттрип, понял. Вот заметьте, да? Это бэттрип сейчас, вон, за брелоками написано. А здесь это Balls of Steel, потому что PHD только у этого персонажа. Боза при получении урона может... сделать золотую какашку под персонажем. Золотую, говорю. Радужную, которая полностью восстанавливает ХП. И в некоторых ситуациях это очень даже хорошо работает. Очень даже. Самый переоцененный предмет был открыт. Все верно, да. Рокботом очень интересный предмет. Но в то же самое время крайне переоцененный. Так, ну мне больше ничего не надо. Просто идем дальше. Я даже не буду париться насчет того, что у меня рак не на том персонаже. Это тупик. На самом деле босса дарует бессмертие. Ера. Теперь у меня две карты пятиговые руны. Можно будет дважды что-нибудь заролить. Правда, сделку я недавно получил. Давайте посмотрим, что там. Там может быть предмет какой-нибудь. И может быть я даже зарулю его. Ты умрешь. Ладно, это последний предмет, скорее всего, который я вообще встречаю. Так что пофиг. У тебя уголь не на том персонаже. Кстати, да. Ну, вообще-то, я сначала встретил уголь, а потом уже встретил технологию, окей? У меня как бы была вторая технология, но... У меня второй персонаж не раскачан, чтобы брать уголь ради второй технологии.
секретка открылась. Мать сейчас будет убита просто моментально. Прикольная комнатка. Окей. Комната перед боссом сложнее самого босса. Почему я не подобрал эти сердца? О. В чем разница между руной и картой, кроме спрайта? Ну, есть источники карт, а есть источники рун. А есть источники, в которых выпадают карты, но иногда руны. Например, в магазине может в слоте карты продаваться руна. То есть руна может заменить карту, но не везде. Из колоды карт выпадают только карты. Руны там не выпадают. Да, вот это забег, конечно, на 2 часа. Но зато успешный. Лост открыли, Рокботом открыли, Бертрайт открыли. Ну и что там за убийство матери открывается? Магическая кожа. Да. Такой вот замечательный забег. Две полосы такие. Ну что, на этом завершаем этот эпизод долгий. Вот нам наш лост. У него мантия, потому что я уже открыл кипера. За кипера и лоста я еще ни разу не играл. Наверное, может быть, сыграем по разу. Прежде чем открывать всех остальных персонажей. А, подождите. Я ж как раз буду открывать сейчас альтернативных персонажей и сыграю один раз за кипера, один раз за лоста, как минимум. Ну и все. До встречи. Пока.